Борьба за здоровье человека. Этой целью задались юные медики Центра образования номер 11 города Черкесска. Накануне состоялось их торжественное посвящение. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка. Билет в будущее. Нацпроект образования». Альбина Ламкова узнала о том, как в юном возрасте воспринимают профессию врача. В этих словах заложен основной принцип работы врача. Чтобы их смысл был прочувствован и понят, детям уже с начальной школы прививают основные навыки профессии медика. Я живу с бабушкой, я хочу ее лечить. И мне с ней нравится играть в доктора. У всех разные причины для зачисления в класс юных медиков. Самое главное, чтобы каждый из них умел сострадать и любил людей. Профессия медика – это очень нужная профессия, очень важная. И очень хочется стать врачом, помогать людям. Это несложно. Главное, чтобы было желание и чтобы родители помогали в этом. Сын Эльмиры Качиевой Тимур в класс к юным медикам попал по настоянию родителей. Не жалеет об этом. Ему интересно учиться. Он твердо знает, доктор – это его будущая профессия. Могу мерить давление, знаю, как укол вставлять. Правильно. Надо учиться очень хорошо. А то если вы как-то вот так плохо сделаете, например, будете резать кишку, и вот так и нечаянно не так правильно все сделаете. И вы в этом будете виноваты. В первом классе детей обучают начальным этапам гигиены. Дают общую информацию о строении человека. А уже в третьих-четвертых классах ребята получают более глубокие знания в медицине. Ровно 5 лет назад у нас был открыт первый медицинский класс совместный. И как бы на сегодня ранняя профориентация, она приветствуется и активно как бы ведутся национальные проекты образования, чтобы в раннем возрасте ребенок мог определиться со своей профессией. Дети к одному из важных событий в их жизни отнеслись с особым трепетом. День получился воистину праздничным. Виновники торжества рассказали о значимости профессии врача и какими качествами он должен обладать. Час любой дня и ночь, он поможет нам, друзья. И из всех профессий прочих выбираю эту я. Церемонию посвящения в медики провел директор Карачаево-Черкесского медицинского колледжа Рашид Эртуев. Помогали ему в этом дети постарше, которые не первый год обучаются в медицинском классе. Директор Центра образования номер 11 Елена Ляшова пожелала, чтобы дети учились хорошо. Профильные классы – это особое направление деятельности Центра образования. У нас ранняя профориентация. Мы, конечно, реализуем национальный проект образования и активно принимаем участие в реализации национального проекта его направления «Билет в будущее». Елена Ляшова адресовала слова благодарности кураторам школы. Это педагоги из медколледжа Черкесска. Для девчонок и мальчишек учеба в классе юных медиков станет возможностью сделать первый шаг в выборе будущей профессии. И если даже их решение изменится в будущем и выберут другой жизненный путь, то знания, полученные в центре образования, не будут лишними. Они всегда смогут оказать первую медицинскую помощь. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.